основном тоже продается. Но это сюда выход у него, это с улицы Нагорной. Ладно. Это кто ж так построился тут? Домик с горочкой. Нет, это так, типа зимовья, типа дачная. А, вот тут. Типа. Ну что, раз уж поехал, так поехал. Не буду тогда останавливаться. Сретенскую беру. Все, вот началось. Слин это берем. Сибирскую, так скажем, сибирская. О, коллега там подметает. Товарищество, соседи у них. Сибирская, сибирская. Что-то она вот в этой у меня стала. Вон, ладно, сибирская, сибирская. Сделано. Здравствуйте, ты про как раз проезд к Гаранту там. Вот дом полностью. Что случилось? Где жили когда-то? Вот только магазин остался. Александр и то вроде закрытый. Как бы сибирская закончилась. Ну нет. Не закончилась. Чтобы быть. Вот она. Чтобы быть честным до конца. Вот она еще. Пересекли мы Шилова. Получилось, вот она. А вон тот уже микрорайон. Пать. Вьюшка. Короче, вот сибирская. До свидания. Ну, короткая, 40 вот заканчивается. А нечетная, 37. Максимов шел, 100 лет его не видел. Потом Иванов что-то под у него подвеска или колесо.